Ну как-то оно вот так вот. Со всем этим градом, отскакивающим от лысины. На самом деле приятно. Запах офигенный. Свежо очень. Погода на Алтае дама переменчивая. Не меняется только хорошее настроение участников экспедиции Эвалара, «Комсомольской правды» и блогеров Ирбиса. А что такое, Саш? Но расслабляться некогда, впереди насыщенный день. Для начала подвести итоги совместного сотрудничества по защите краснокнижных ирбисов с монгольскими коллегами. Желаем успехов в нашей совместной работе. Спасибо большое. А дальше изучать Сайлюгемск. 1185 квадратных километров дикой и суровой, но от этого не менее красивой и хрупкой природы. И чтобы сохранить ее в первозданном виде, Эвалар уже продолжительное время помогает национальному парку. Важный этап экспедиции к ирбисам – проверка фотоловушек. Ведь снежные барсы хоть красивые и грациозные, но показываться на глаза человеку не хотят. Поэтому все, что мы знаем о хищнике – результат этих незаметных камней с глазами. Удивителен регион не только животными и растениями. Это еще и уникальные люди, которых не встретишь ни в одном уголке земного шара. И встреча с ними – обязательная часть программы. Если плохой человек, он, шаман сразу отойдет в сторону. Потому что плохому дяде и шаман не помогут. Следите за дневниками поездки в социальных сетях «Комсомольской правды» и «Эвалара». А подробности и итоги экспедиции смотрите в нашем документальном фильме.